Короче, у меня полное ощущение Нового года. У нас выпал снег. Мы закупили сумками еду и алкоголь. Мы все послушали обращение президента. И теперь готовы сидеть дома неделю перед телевизором. Всем большой привет! Вы на канале Анастасия Флешка. И сегодня я вам покажу нашу закупку на карантин. Как вы помните, мы с Олесей уже 2 недели сидим дома, болеем. У нее ветрянка. И еще осталось посидеть, наверное, неделю. Может быть, его и продлят. Кто знает. Сегодня просто апокалипсис в магазинах. Все разгребают, полки пустые. В Большом Магните просто жесть творилась. Все раскупают. Это еще хлеще, чем на Новый год. Итак, сейчас я вам покажу, какая у нас вышла закупка. Закупка получилась вот такая. На неделю нам должно точно хватить этих продуктов. Итак, сначала крупы. Вот такая пшеничная крупа. Гречка, Олеся ее любит. Геркулес, это я люблю. Пшено взяли на всякие пожарные. Уже не знаешь, что и готовить вообще просто. Жесть творится у нас, конечно. Всеобщий карантин. Все закупаются продуктами. Так, далее вот такой вот пакет мюсли. Это мюсли и экзотические фрукты. 1 килограмм здесь. Вот такие макароны. Выбрать уже почти не из чего было. Потом Олеся у меня любит вот такие вот йогурты с хрустящими шариками. Потом вот такой йогурт еще. Вот таких вот йогуртов набрали. Огурцы, помидоры. Я не буду цены называть, потому что видео затянется. Творог, добрая буренка. Другого не было уже. Из села Удоево масло сливочное, которое более-менее из всего мне больше нравится. Потом икра Моевой, вот такая мне очень нравится, с копченым лососем. Тут вот всякие печеньки. Когда дома сидишь, конечно, хочется что делать? Покушать вкусненько. Поэтому все закупаются, особенно если у вас большая семья. Я представляю, сколько еды вам нужно покупать. Потом молока, представляете, я вчера ходила в магазин, специально пошла за хлебом и молоком. Молока нет нигде. Поэтому только вот такое вот молоко, даже в маленьких коробочках все разобрали. Так, это чай, апельсины, кукуруза, фасоль. Вот фасоль красная, салатик делать, сайра, консерва, ряженка, хлеба тоже, кстати, обычного нигде нет. Вот такой вот там был только. Вот такие вяли баранки, здесь рис. 2 пачки, потом сыр, колбаска, сосиски, и тут мясо, свинина, говядина. Кстати, рынки, походу, работать не будут, поэтому это все пришлось покупать в магазине. В основном тут все из Большого Магнита. Вот, сметана, сок, здесь лук, представляете, картошку везде тоже раскупили. Картошки вообще нет нигде. У нас осталось в холодильнике 2 килограмма, даже меньше. Потом чеснок мне нужен был. 3 штучки я взяла. Олеся любит вот такие пончики. Конечно же, майонез, куда же без него. И кока-колу я очень захотела, без сахара. Вот такая вот закупка. Ну, я думаю, даже, ну, круп нам хватит точно на месяц. Круп я столько никогда не покупала, но в этот раз решили запастись крупами. Прям по полной программе. Так что вот, без еды мы голодными теперь мы точно не останемся. Если вы тоже в шоке от того, что творится в стране, ставьте лайки. И напишите, закупались ли вы. Но я думаю, все закупались, потому что как бы без продуктов никуда. А если еще и штрафы ведут... Не знаю, короче, что нас ждет в будущем, но, как многие прогнозируют, 2 месяца карантин точно будет. Всех благодарю за внимание, спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка. Всем пока-пока, до скорых встреч!